Беларуси скоро откроется первый современный эко-рынок, на котором будет представлена фермерская продукция. Сейчас узнаем, как проходит строительство и чего ожидать будущим покупателям. Рынок призван стать толчком для продвижения экологического сельского хозяйства. Точная дата открытия пока неизвестна, но прилагаются все усилия, чтобы рынок открылся в этом году. На рынке можно будет приобрести рыбную, мясную и молочную продукцию местных фермеров и экологически чистые овощи и фрукты. Рынки подобные уже есть в европейских странах и в России. У нас этот рынок впервые новый формат торговли. То есть, грубо говоря, в торговом центре у нас воплощение идет рынка продуктового и сопутствующих сервисов. Это общепит, это маленькие магазинчики, фирменные магазинчики, детские комнаты для детей, большие какие-то рестораны быстрого питания. И мы увидели тенденцию такую, что рынок существует, продуктовый современный рынок существует, когда на нем есть много мелких представителей вот, фермерского хозяйства. Трехэтажный многофункциональный комплекс кропотливо разрабатывался архитекторами и дизайнерами. Чтобы исследовать тему, архитекторы побывали на заграничных эко-базарах, где получили ценные знания для воплощения такого формата в Беларуси. Стиль интерьера рынка – эклектика, что одновременно сочетает в себе и современность, и классику. Фасад вообще планировался по настроению осеннего неба и осеннего города. Силуэт города на фоне прозрачного неба. Это наш уникальный проект. Наши дизайнеры, в принципе, вот свою идею внедрили такой натуралистичности зелени внутри, в интерьерах. Но вместе с тем это все довольно-таки современное звучание. Большая работа была проведена над планированием лабораторий, в которой будут проверять стандарты качества продукции, поступающей на рынок. Координаторы проекта заверяют, покупатели смогут выбирать любые продукты со спокойной душой. Все изделия будут тестироваться согласно государственным стандартам. У нас будет лаборатория, у нас будет красивый чистый интерьер, у нас будут гардеробные для продавцов, у нас будут склады, где они могут хорошо хранить свою продукцию. По крайней мере, мы будем создавать все условия, чтобы людям работалось комфортно. Мы хотим здесь делать интересный формат открытой кухни, где хотели бы представить около четырех направлений общепита, таких как кавказская кухня, русская, старобелорусская и паназиатская. Ориентир рынка – мелкий формат торговли, предлагающий эксклюзив, но и крупные предприятия будут также представлены на прилавках. На данном этапе строительства идет заготовка вывески фасада, подсветки и закупается холодильное оборудование. Застройщики с нетерпением ждут открытия и надеются, что покупатели оценят труд и старания, вложенные в создание инновационного комплекса.